Здравствуйте. Зачастую во время наших тестов военной техники мы стараемся нарочито не говорить о вооружении и о современных электронных системах, которые стоят на боевых машинах. Это вызвано, во-первых, тем, что нас, как людей сугубо мирных, автомобильных, интересуют прежде всего ходовые возможности современной техники, которой оснащена российская армия. Но кроме того, есть такое понятие, как секретность, поэтому не всегда стоит распространяться о тактико-технических возможностях этой техники. Но сегодня скрывать нам нечего, поскольку вот эту машину, плавающий гусеничный транспортер ПТС-2, наверное, можно назвать наполовину мирной. Ведь в качестве вооружения к ней полагается только пулемет, то опционально. Эта техника спасала людей во время катастрофического наводнения в Приморье. А конкретно вот эта машина принимала участие в спасательной операции во Владимирской и Рязанской областях во время разлива рек и проливных дождей. Основное предназначение этой машины – доставка техники, той, что не умеет плавать, с одного берега на другой. Впрочем, другие характеристики этой машины тоже впечатляют. Мощность 12-цилиндрового турбодизеля объемом 38 800 кубических сантиметров составляет 710 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент 2800 ньютон-метров. Расход топлива на суше 245 литров на 100 километров, на воде 70 литров в час. ПТС-2 развивает максимальную скорость на суше в 60 км в час, а на воде в 12. Масса машины 12 100 кг. Грузоподъемность такая же. Я думаю, что знатоки, ознакомившись с этими техническими характеристиками, уже поняли, что эта машина, принятая на вооружение в начале 80-х годов и до сих пор остающаяся основным плавающим транспортером российской армии, построена на агрегатах и на шасси, вернее, даже танка Т-64. Так что вездеходные возможности этой машины на суше должны быть превосходны. В чем мы сейчас и попробуем убедиться, прежде чем пойдем на воду. Фу. А здесь, кстати, довольно уютно, хотя и аскетично, впрочем, как и должно быть в настоящей профессиональной машине, ничего лишнего. В общем, интерфейс управления знаком. И знаком будет любому человеку, который управлял хоть раз отечественной гусеничной техникой, будь то трактором или танком. Сегодня, как известно, ты тракторист, завтра ты танкист. Такой был лозунг у нас в предвоенное время. Ну что ж, включаем массу. Есть контакт. Стрелочки дернулись. Так, доводим давление масла до пятерочки по индикатору. Есть такое дело. И запускаем двигатель электрическим стартером, хотя здесь есть и пневматический. С полоборота. Причем я, честно говоря, думал, что будет все гораздо громче. Потому что я знаю, как работает танковый дизель. Так, ручным газом выставляем примерно 800 оборотов. Так, 800 оборотов есть. Вторая передача. Есть контакт. И потихонечку поехали. Двенадцатитонная машина трогается на удивление шустро. Все-таки 710 лошадиных сил и крутящий момент больше 2000 ньютон-метров. Это что-то да значит. На 12 тонн собственной массы. Это очень приличный показатель. Кстати, вот уже сейчас мы набрали практически крейсерские 35 км в час.
Максимальная скорость 60. Правда, дается она ценой 250 литров солярки на 100 километров пробега. Коробка передач здесь пятиступенчатая, но, честно говоря, дойдя до третьей передачи, я уже боюсь переключаться выше, потому что, несмотря на то, что скорость приближается к 40, ощущение уже бреющего полета не покидает. А к этой массе и к этим габаритам нужно привыкать, потому что обзорность здесь, я бы не сказал, что фантастическая. И, честно говоря, я не очень понимаю, где заканчивается машина. Вот там, с правой стороны от меня. Так что это вопрос привычки. Но ребята, которые проходят учебку и ездят на этих машинах, поверьте, творят чудеса. Более того, на этих машинах проходит настоящее многоборье среди механиков-водителей. Как на суше, так и на воде. Ну, своеобразный танковый биатлон только для инженерной техники. Танковое прошлое этого механизма угадывается безошибочно. Ведь, как-никак, Т-64 был одним из самых удачных отечественных танков и до сих пор стоит на вооружении более 30 стран мира. Это шасси легло в основу развитием, вернее, скажем так, этого шасси стал легендарный Т-72, а после и современный танк Т-90. Так что, предположив, что на бездорожье эта машина будет бесподобна, я не ошибся. Ощущение безграничной свободы и некой даже вседозволенности. Но, честно говоря, зная, что этот механизм способен плавать, и плавать неплохо, со скоростью до 12 км в час, по суше ездить скучновато. Тем более, что здесь есть такие интригующие органы управления, как, например, штурвал, открытие водоотталкивающего щита или еще один штурвал управления рулями на воде. Так что я думаю, сейчас самое время перейти к водным процедурам. Впрочем, мне придется покинуть место механика-водителя, потому что управление этой машиной на воде требует особых навыков, и здесь должен сидеть специально обученный человек. Таковы требования, которым я вынужден подчиниться. Ну что ж, если и запускать ПТС-2 вплавь, то уж не впустую, а с боевой загрузкой. Мы решили взять ГАЗ-66 и отправить его на другой берег. Кстати, характерно, почему именно ГАЗ-66? Дело в том, что ПТС-2 создавался в те времена, когда основной боевой единицей, автомобильной боевой единицей был «Урал». А также в армии использовали ЗИЛ-131, ГАЗ-66, КАМАЗов трехосных еще не было. Поэтому трехосный КАМАЗ в ПТС-2 поместиться не может. Под эту машину сделан уже ПТС-3, который имеет более внушительные габариты по длине. Ну что, похоже, все готово. Сейчас ребята поднимут рампу и вперед на воду. Опущены винты, мы сходим в воду.
Сейчас работают оба движителя, и гусеничный, и водный. Ну вот мы на плаву, и гусеницы нам уже больше не нужны. Вы слышите, как изменился звук? Все, мы идем на винтах, мы идем по воде, мы идем со скоростью 12 километров в час. Очень важный показатель. ПТС-2 весит 12 тонн. Везет столько же. То есть масса машины равна ее грузоподъемности. Кроме того, его мореходные качества тоже вызывают уважение. Эта машина способна идти в трехбальное волнение. А если его дооснастить дополнительными щитами, то машина способна выдерживать приличный шторм. Машина может находиться на воде 18 часов без перерыва. Вот только очень хотелось бы, чтобы эти замечательные качества использовались исключительно в мирных целях. Впрочем, пока оно так и происходит.